Итак, приветствую всех снова на канале Front B. Друзья мои, у нас матчики на 12 февраля. Очень много матчей, нельзя их пропускать. Нужно их все заиграть, попытаться что-то из этого изъять, так сказать, полезное. В принципе, идем мы неплохо. Там бывает у нас из 6, из 5 прогнозов, ну, один минус, максимум 2. Это неплохая статистика, я считаю. Матчик на 12 февраля у нас Бохум-Бавария. Чемпионат Франции Лион-Ницца. Ставить мы будем, естественно, с нашими партнерами, которые уже давно себя зарекомендовали. Это Малбет, официальный российский, при регистрации 19500. На ваш первый бонусный депозит вы можете получить, зарегистрировавшись по ссылочке в закрепленном комментарии. По поводу матчика Бохум-Бавария, друзья мои, я думаю, что здесь будет результативный матч. Возможно, и Бохум ответит, что и навряд ли. Я думаю, Бавария здесь просто будет отрываться. Я здесь зашел, да, с риском, но на то, что будет много голов. Тотал матча больше 3,5. Тотал матча больше 4. Коэффициентики 1,76-2,1 практически. Вот, по поводу матчика Лион-Ницца, ну все знают, да, уже кто со мной давно. Постоянно я это рассказываю, что я всегда, когда играет Лион, захожу на его индивидуальные тоталы в первом тайме от Лиона. Вот. Здесь Ницца опасный соперник, в принципе, и котировочки на первый тайм с небольшим перевесом в сторону Лиона. 2,47 на победу в первом тайме от Лиона дают, и 4,3 на победу от Ниццы в первом тайме. Поэтому я все-таки решил не рисковать, потому что, возможно, Ницца забьет, возможно, Лион в этот раз может и не справиться в первом тайме с реализацией. В общем, общий тотал первого тайма 0,5-1 больше, за 1,35-1,72. Лайф-линия экспрессики, все у нас в телеграм-канале, обязательно переходите, подписывайтесь, оставайтесь с нами.